волны масса традиций. Одна из них – закладка звезды конкурсантов. В этом году имен 15 по количеству участников. Открываем торжественный подбор для аплодисментов. Памятная звезда новой волны 2018 станет для всех конкурсантов. Но для одного Дана Розина важнее признание, которое он получил. Невозможно передать счастье, но я понимаю, что впереди очень много работы, что это только начало и впереди очень большой творческий путь. Мне очень понравилось. Я первый раз в Сочи, и атмосфера потрясающая. Солнце, море, подышал наконец-то. Набрался здоровья, в общем. 19-летний Дан Розин по итогам голосования членов жюри набрал 298 баллов. К слову, музыкой он увлекается с детства, а если точнее, пишет ее с 4 лет. Помимо хрустальной статуэтки, финалисту вручили сертификат на 2 миллиона 800 тысяч рублей. Второе место поделили представитель Армении Геворг Арутюнян и россиянка Дарья Антонюк. У нее же приз зрительских симпатий. Третьей стала гречанка Деми. От аллеи звезд новой волны, что на Новогинской, фестивальная делегация направилась на улицу Несебрскую. Здесь такая же аллея, только вместо звезд на ней барельефы. Эти скульптуры лепили все участники предыдущих конкурсов, изготовили очередную своими руками и участники новой волны 2018 года. Помогал ребятам в создании барельефа известный сочинский скульптор Вячеслав Звонов. Свой след на памятной скульптуре конкурсанты оставили в виде логотипов своих музыкальных групп, собственных инициалов и национальных флагов. Разбитые бокалы с шампанским на удачу, которая молодым артистам необходима. А таланта у них хоть отбавляй, отметил продюсер и член жюри «Новой волны» Игорь Крутой. Мне кажется, очень сильный состав участников, что придало конкурсу такой и пафос, и качество. В какие-то моменты, наверное, конкурсантов было интереснее слушать, чем звезд. Да. Но мне кажется, сложилось в этом году. Удачно все сложилось и для горожан. Сочинцы, как и курортники, в этом году стали зрителями сразу нескольких бесплатных концертов с участием звезд российской эстрады и двух дискотек. Я уверен в том, что и конкурсанты очень довольны и гостеприимством города, и возможностью полюбоваться красотами города. И гости нашего города довольны, потому как, приезжая в Сочи, они могут не только купаться в море, не только ходить в горы, не только на лыжах кататься, но и обязательно имеют возможность принять участие либо на концерт хороший пойти, либо на хоккей сходить, либо на футбол, либо вот на новую волну, либо на фестиваль Юрия Башмета, Игоря Бутмана. Что касается кривотолков по поводу места прописки новой волны, то они закончились. Теперь фестиваль дома, отметили организаторы. В Сочи лету, и там между морем и небом смешными покажутся беды и ярче рассвет. Ольга Десятова, Инга Габешая, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.